Курносики! Джуниор! Привет, ребята! Давайте поиграем в игру «Вспыш и чудо-машинки». Ух ты! Гонка уже началась! Смотрите, ребята, «Вспыш» должен собрать все огоньки. Это непростое задание, ведь на пути у него встречаются различные препятствия. Как, например, вот такие камни. О, это было неприятно. Но ничего, «Вспыш» не сдается и продолжает собирать огоньки. Вперед, вперед, «Вспыш»! Ай, пропустили несколько. Да, но ничего страшного. Правда, ребята, ведь для первого раза и так неплохо. О, это были бочки. «Вспыш», тебе необходимо быть аккуратнее на дороге. Опять небольшое столкновение, а это уже были камни. И, наконец-то, долгожданный финиш. Ну что же, гонка завершилась. Молодец, «Вспыш». Теперь тебя можно как следует помыть. Хорошенько вспеним твой кузов и смоем под сильным напором воды. Поливаем, поливаем водой, пока не смоем всю пену. И теперь «Вспыша» можно вытереть полотенцем. Отлично! Как новенький! О, привет, огурчик! И тебя помыть? Без проблем! Вспениваем твой кузов и смываем всю грязь водой. Ну и, конечно же, после мойки вытираем огурчика полотенцем. О, кого мы видим? Это же смельчак! Вы его узнали, ребята? Он тоже хочет быть чистым, и это правильно. Смываем всю пену со смельчака и вытираем его полотенцем, чтобы не простудился. Ребята, вы любите раскраски? Я очень. Давайте вместе раскрасим «Вспыша». Кузов у нас будет красного цвета. Его большие мощные колеса, конечно же, будут черными. Так, что будем раскрашивать дальше? А дальше раскрасим его красивые глаза синим цветом. Некоторые элементы выделим зеленым, вот так. По-моему, все? Ха-ха, нет, это не цвет «Вспыша», розовый ему не идет. А вот красный как раз то, что нужно. По-моему, получилось неплохо, правда, ребята? О, а вот желтый тоже неплохо смотрится. Но красный все-таки лучше. «Вспыш», оставайся красным. Ребята, я очень рад, что вы вместе со мной поиграли в игру «Вспыш» и «Чудо-машинки». Всем пока! Курносики! Джуниор!